Магистр Казанского федерального университета модернизировал коэрцитивный спектрометр, изобретенный учеными КФУ. Прибор используют геологи и археологи для исследования магнитных свойств различных веществ, а также физики и химики, которые занимаются созданием новых многокомпонентных материалов. Одной из проблем данного спектрометра была потеря данных при передаче. Магистр КФУ написал программное обеспечение, позволяющее проводить математическую обработку и отправляющее данные на компьютер. Данные передаются по Bluetooth, что дает возможность прибору поддерживать беспроводную связь. Это первый человек мог добиться, то есть бесперерывной работы уже четкой, отлаженной и причем корректной. Bluetooth-канал сейчас в стадии у нас доработки, но да, мы уже наладили связь, мы уже можем отправлять данные, даже уже графики можем на смартфоне строить. В дальнейших планах специалиста написать программное обеспечение для смартфонов. Оно позволит дистанционно управлять спектрометром в полевых условиях. Артём Тупичкин, Универньюз.